Всем-всем доброе утро! С вами вновь телестудия ОКО и мои ее ведущие Вадим Пупков и Софья Крючкова. Наконец, когда о пушкинских праздниках во всех параллелях мы уже поговорили, пришло время рассказать и о других событиях. Так, в конце первой четверти в начальной школе прошло много интересных событий. Для учащихся первой и второй параллелей был дан старт федеральному проекту «Орлята России». Торжество проходило в актовом зале, и он был полон. Сперва ребята дружно спели гимн гимназии, а затем учащиеся Скачок Рита и Крылова Ева из 4 Г класса исполнили песню «Орлята учатся летать». После этого представители каждого класса получили первое творческое задание. Надо было придумать название, девиз и цель команды. Все гимназисты успешно выполнили работу. Результаты их деятельности мы можем увидеть на стенде в холле на втором этаже начальной школы. Федеральный проект состоит из 7 треков. Например, «Орленок эрудит», «Орленок эколог». Желаем новых побед и достижений каждому нашему орленку. О других событиях в начальной школе расскажут наши корреспонденты Арсений Спиридонов и Анастасия Малиновская. Перед самыми каникулами в гимназию приехали сотрудники Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с проектом «Лаборатория безопасности». В процессе занятия ребята имеют возможность получить не только теоретические, но и практические знания. Они отрабатывают полученные навыки на смоделированной дороге. Наши гимназисты начальной школы тоже стали участниками этого проекта. Каждый класс делился на две команды – водителей и пешеходов, выполняя каждый свое задание. Водители двигались на свой сигнал светофора. Алгоритм правильного перехода дороги пешеходами отрабатывался особенно тщательно. Все ребята должны запомнить, подходя к нерегулируемому переходу, нужно остановиться, убрать гаджет в карман, снять наушники, посмотреть налево, направо, убедиться, что транспортное средство тебя пропускает и пешеходу горит зеленый свет. Только тогда можно переходить через дорогу. При этом следует обязательно смотреть в сторону стоящего транспортного средства. Занятия прошли очень интересно, эмоционально и, главное, будем надеяться, с пользой для каждого участника. На протяжении многих лет все школы города принимают участие в городской краеведческой игре «Я тагильчанин», которая стартовала в 1998 году. В этой игре ребята проводят поисковые работы по различным темам, оформляют стен газеты, выезжают на помощь детям-сиротам в детские дома, рассказывают о своих семьях и учителях. И этот год не исключение. 11 октября на параллели третьих классов прошел праздник, посвященный игре «Я тагильчанин», который для ребят организовали их классные руководители Карина Вардановна Сарксян и Марина Викторовна Колодий. Гимназистам рассказали, как и когда образовался наш город. Также третьеклассники выступили с танцевальным номером «Россия, мы дети твои». А закончился праздник исполнением гимна «Я тагильчанин». А еще в конце прошлой четверти настал торжественный день для пятиклассников. Что это был за праздник и как он прошел, мы узнаем у Дарины Худяковой. 28 октября учащихся пятых классов политехнической гимназии торжественно приняли в ряды российского движения школьников. «Как наши мамы и папы, бабушки и дедушки» – эта фраза стала ключевой для ребят, так стремящихся быть похожими на своих родных, которые в юные годы были пионерами. В день рождения российского движения школьников пятиклассники получили свои первые галстуки, и, конечно, они будут носить их с гордостью. Классные руководители и активисты РДШ повязали их гимназистам, передав таким образом новому поколению традиции российского молодежного движения. Все вместе ребята исполнили флешмоб РДШ. Но тут случилось неожиданное. На пятиклассников вдруг напали злые пираты.
Они схватили всех присутствующих в зале и увезли в пиратскую бухту. Это потому, что тоже захотели себе гордые галстуки. А дальше нашим гимназистам пришлось спасаться от акулы вместе с капитаном пиратского корабля, мыть пол с юнгами, ориентироваться по картам со шкипером, танцевать со старпомом, петь с боцманом, заряжать пушки с канониром, готовить еду с коком и еще многое другое. При этом справляться с особо сложными заданиями ребятам помогали активисты РДШ. Но все же море было дружелюбным, и пятиклассники сумели пройти все этапы сложного пути. Так что желаем им в дальнейшем попутного ветра. Представляете, новая четверть для учащихся начальных классов тоже началась с праздника. Причем он проходил не в стенах гимназии, а в городском дворце культуры школьников. Подробности у Анны Скороходовой. 7 ноября во Дворце культуры школьников состоялся концерт для особо отличившихся учащихся начальных классов политехнической гимназии. Наших маленьких отличников, спортсменов, участников олимпиад и конкурсов поздравляли директор гимназии Елена Ивановна Дьячкова и завуч начальной школы Оксана Николаевна Жирлицына. Они напомнили ребятам о 30-летнем юбилее гимназии, имидж которой, к счастью, все чаще пополняется различными победами и благодарностями в адрес наших учащихся. Гимназию закончила всего 29 выпусков гимназистов. 29 выпусков – это где-то около 1500 ребят, которые закончили политехническую гимназию. И если вы внимательно проходили по третьему и второму этажу гимназии, то вы знаете в лицо многих людей, которые не только учатся, но и работают в гимназии, у которых целые семьи трудятся в нашем коллективе. Ребята внимательно и заинтересованно слушали. Напутствие подрастающему поколению стремиться к покорению новых высот и достижений, всегда двигаться вперед к знаниям гимназисты строго придерживаются. Хочется отметить, что только за первую четверть для награждения было предоставлено 425 грамот. На сцене еле хватало места для всех, кто выходили за благодарностями. А в качестве поздравления ребятам на сцене выступили артисты ДКШ, среди которых также были наши гимназисты. Они исполняли веселые песни и эффектные танцы. Яркие выступления стали приятным подарком для маленьких гимназистов, которые активно хлопали выступающим. Особенно им понравились два аниматора, несколько раз выходивших на сцену. Надеемся, такое мероприятие даст дополнительную мотивацию ребятам и направит на верный путь в покорении мира знаний. Вадим, а что ты делал в каникулы? А вот ребята 7 В побывали на интересной экскурсии, о которой сейчас расскажет Андрей Моисеенко. 3 ноября группа учащихся 7 В класса побывала на экскурсии в вагонном депо станции Нижний Тагил. Организовала ее Елена Валерьевна Чернухина, мама нашего одноклассника. Сначала нас познакомили с историей развития железнодорожной отрасли в России. Рассказали об особенностях и сложностях работы машинистов, показали ремонтные цеха и маленький музей. Мы увидели там старые ручные керосиновые фонари железнодорожников и модели поездов. Но больше всего нам понравилось управлять электропоездом в тренажере для подготовки машинистов. Не уверен, что кто-то из нас выберет для себя эту профессию, но опыт, безусловно, был интересный. Конечно, мы не успели вам сегодня рассказать обо всем, что происходит в гимназии. А поэтому ждите продолжения в следующем телеуроке. Ну а пока!